Всем привет, дорогие друзья, с вами Гамилькар Барка, я рад вас всех приветствовать. И сегодня у нас первая серия летсплея Рим 2 Total War. Как вы помните, совсем недавно у нас в группе было голосование на тему, за какую фракцию вы хотите увидеть летсплей второго Рима. В голосовании у нас победили греческие города, что ж, друзья мои, вы выбрали греков, а я оставляю за собой выбор фракции. Фракцию я выбрал, как видите, у меня все фракции греческие открыты. Я решил выбрать себе фракцию Массилия. Объясню вам причины, по которым я это сделал. Во-первых, Массилия очень интересно территориально располагается. Мы будем единственной греческой фракцией на том участке карты, где начнется игра. Мы будем начинать в Галлии. У нас будет один единственный город, это довольно-таки интересно. Будем насаждать культуру грязным гальским варварам. Это первая причина. Вторая причина, если вы смотрели мое прохождение за Карфаген Первого Рима, то вы знаете, какие у меня напряженные отношения с галлами, и я решил наказать галлов еще и во Втором Риме. Давайте почитаем немножечко о бафах нашей фракции. Массилия, как и любые греческие фракции, обладает бафом, который называется независимость. Этот баф дает нам плюс 10% к броне в боях на своей или союзной земле. Кроме того, у нас есть очень важный баф для нашей фракции. Баф называется классическое наследие, которое дает нам плюс 2 насаждения культуры. Этот баф для нас крайне важен, так как, повторюсь, друзья мои, мы будем единственной греческой фракцией на том участке карты, где начнется игра. Бафы непосредственно самой нашей фракции. Первый баф называется «Великий торговец», он дает нам плюс 10% к доходу от торговли, очень хороший баф для нас. «Консервативное общество» — это наш дебаф, он дает нам минус 4 к беспорядкам из-за присутствия представителей других культур, очень серьезный минус, друзья мои. Боюсь, что я буду повторяться, но мы будем единственной фракцией греческой на том участке карты, где стартанет игра, так что этот дебаф будет очень сильно на нас влиять. Третий баф, которым обладает наша фракция, называется «Местное господство». Этот баф дает нам плюс дипломатическим отношениям со всеми фракциями. Уровень сложности я поставил очень высокий, легендарный уровень сложности я не буду ставить, из-за того, что не хочу заниматься той хуйней, которой занимаются все, ну не все, а большая часть летсплейщиков, которые ставят легендарный уровень сложности и тупо сливает свою фракцию. Мы с вами будем играть до конца, до победы, для того, чтобы летсплей был интересным и приятным для просмотра. Очень высокий уровень сложности идеально подходит. Друзья мои, это Рим 2, с вами Гамилькар Барка, начинаем играть за Массилию. Уже много веков ваш народ процветает на этих далеких и чужих берегах, торгуя с местными племенами и неся им свет цивилизации. Но мир меняется, и скоро вам придется взяться за оружие. Из местных варваров наибольшей воинственностью славятся гильветы. Присматривайте за ними, но не начинайте войну раньше времени. У них много союзников на востоке. Западные вольги не слишком сильны, а вместе с их землями вы можете получить выход к Атлантике. Он станет хорошим подспорьем в грядущей войне на Средиземном море. Наследники великих эллинов вновь будут править миром. Массилия покорит всех. Безусловно, так и будет. Массилия покорит весь мир. Получаем первое задание. Нам надо захватить две или более провинции. Получаем за это 2500 в казну. У нас с самого начала две армии. Одна называется Ярость Ареса, другая называется Друзья Геракла. Атакующие армии у нас будут друзья... Нет, атакующая армия у нас будет Ярость Ареса, Друзей Геракла. Мы поставим в качестве гарнизона в Массилию. Мы будем делать так, как нам сказал наш советник. Соваться мы к гильветам не будем, так как их провинция находится очень в таком месте, сложном для обороны. Наша армия состоит из двух отрядов гоплитов, четырех отрядов крестьян-новобранцев и четырех отрядов пращников. Мы наймем сюда... Три отряда гоплитов и три отряда мечников. На следующем ходу, не на следующем, а через два хода мы пойдем атакуем вольков, захватим их провинцию, получим ресурс оливковое масло. Это даст нам возможность наладить торговлю с другими фракциями. На данный момент никто с нами не хочет торговать, так как у нас нет ресурсов, которые мы можем предложить в качестве торговых, собственно говоря, другим фракциям.
Дипломаты, давайте попробуем предложить договора о ненападении нашим соседям на Востоке, так как основное наше направление военных действий будет западное. Постараемся обезопасить себе тылы. Предлагаем лигурийцам договор о ненападении, лигурийцы его принимают. Предлагаем этот договор Инсбургом. Договор о ненападении. Инсбурги отказываются. Венеты. Предложим Венетам договор о ненападении. Эти ребята согласились. Дальше у нас Эдуи. Предложим Эдуям этот договор. Они не хотят. Так. Кассенты. Предлагаем Кассентам договор о ненападении. Отказываются, предложим им немножечко денег, чтобы они согласились, так как они в принципе не против. Обсудим выплаты, предложим им 200, скажем, монет. Отказываются по-прежнему, ну что ж, не хотите, значит не хотите. Секванна есть еще вот тут такая фракция, но она довольно-таки далеко и угрозы для нас не представляет, поэтому и с ними заключать ничего не будем. Торговать мы тоже ни с кем не можем. Давайте перейдем к технологиям. Будем исследовать военные технологии до технологии физическая подготовка. Почему именно эта технология? Она нам позволит строить казармы Голосидеров и другие такие, знаете, очень необходимые нам здания военного направления и будет давать нам определенные военные бафы. Все сделали, вроде ничего не забыли. Заканчиваем ход. Два хода нам надо здесь будет постоять, и уже после этого захватим Талосу и начнем заниматься дипломатией. Вот в чем вопрос. Здесь на ближайшие несколько ходов, собственно говоря, все понятно, а вот что делать дальше, об этом, собственно говоря, я думаю, нам стоит призадуматься, так как идти в Испанию очень-очень-очень рискованно на самом начале игры, потому что там, во-первых, гигантское количество различных фракций, во-вторых, очень обширные земли, города там довольно-таки далеко друг от друга разбросаны, и будет очень сложно удержать эти земли. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще северное направление, куда мы можем, в принципе, пойти, на Галов, на Вибисков и на Арвернов, но... Существует там большая опасность, что нам надают по голове те же арверны. Сейчас с самого начала игры, я думаю, начнут собирать стейки. И пока мы разберемся с вольками и доберемся до них, у них там будет по два полностека, скорее всего. Так, ход закончился. Наш агент Мигера отправляется поближе к волькам, к их городу Талосса, и следит за ними. Так, у вольков здесь всего лишь навсего 4 отряда. Юнитов в армии всего лишь навсего один стек. Ну что ж, это прекрасно. Так, теперь по строительству в Массилии можем построить гавань. Построили гавань, на юнитов продолжается, все прекрасно. Я думаю, что мы можем закончить ход. Ничего другого нам пока что делать не нужно. Заканчиваем ход, жмем на конец хода. Будем быстренько все делать. Особого смысла здесь бегать по стратегической карте и там предлагать ненужные договора у дипломатии кому-то смысла нет, потому что все равно мы можем, конечно, попробовать предложить, да, договор о торговле, но никто его не примет, особого смысла в этом нету, нам нечем торговать, у нас нету ресурсов, которые были бы интересны другим фракциям в качестве торговых, поэтому лучше побыстрее все сделать, закончить ход. И перейти уже к самому интересному, это к войне, к захвату города Талосса. Вот уже после этого будем больше заниматься дипломатией и так далее и тому подобное. Ждем окончания хода, гигантское количество фракций во втором Риме, так что ходы искусственного интеллекта будут занимать довольно-таки большое количество времени от нашего летсплея. Итак, технология логистика исследована, исследуем теперь технологию Муштра. Переходим границу с вольками. Перешли границу. Так, нашим агентам производим диверсию в войсках противника. Диверсия в войсках, отравление пищи. Давай. Прекрасно, диверсия прошла. Отравили вражескую армию. В Массилии строить ничего пока что не можем. А наш агент прокачался. Качаем ему авторитет, шанс критического успеха и авторитет. Так, все сделали. На следующем ходу атакуем Талоссу.
технологии у нас исследуются. Давайте взглянем на дипломатию, на какие отношения у соседей к нам. Так, видим, что арверны воюют практически со всем миром. Я думаю, что сейчас это дает нам определенные шансы на стратегической карте. В принципе, можем либо сейчас уничтожить непосредственно самих арвернов в союзе с, ну не в союзе, а вместе с вибисками и эдуями, либо же наоборот помочь арвернам захватить вибисков. Да, но это уже будет не сейчас, а позже. Сначала захватим Талоссу. Еще такой момент, друзья мои, я собираюсь во время летсплея Второго Рима постараться по максимуму уделять времени именно игре на стратегической карте и ненужные бои, которые мы можем захватить на победить, вернее, на авторасчете, мы будем проводить их именно на авторасчете. Какие-то мега эпичные бои, конечно же, будем проводить сами, но не будет такого, что вся серия будет посвящена какому-нибудь одному бою или нескольким боям, да, ненужным, которые можно и на авторасчете победить. более это будет правильно, я так думаю. Итак, ждем окончания хода. Закончился ход. Сейчас мы сделаем еще одну диверсию в войсках у вольков, и после этого их атака. Объявлена война. Кто с кем воюет, надо взглянуть. Рим против Венетов воюет, и Рим против Лигурийцев. Ну что же, это нас пока что еще не волнует. Конечно, надо следить за ситуацией на этом направлении, но нам сейчас гораздо более важно разобраться с вольками. Ну ладно, агент наш не смог отравить пищу. Объявляем войну волькам, мы не имеем права этого делать на протяжении двух ходов, но мне на это глубоко наплевать. Я атакую город и беру его авторасчетом. Режим обороны я ставлю, 58% у нас войск осталось. Захватываем город и просто его оккупируем. Не будем ничего уничтожать там, просто займем город. Отлично, наш генерал прокачался, город захвачен, фракция уничтожена, вольки. Так, в Талоссе мы перестроим центр города. Снесем вот это вот, построим квартал ремесленников и построим на его месте уже либо храм, либо поля. Наш агент сейчас на следующем ходу отправляется к Бурдигалле. Так, вроде бы все сделали. Денег у нас 668 монет. На следующий ход мы получим 750. Жмем на конец хода, нет, не жмем. Эдикт мы можем издать, издаем эдикт о хлебе и зрелищ, как обычно. Хлеб и зрелищ. Так, генерал прокачался, качаем ему авторитет. Так, это у нас Зенон, надо взглянуть, какой семье он принадлежит. Он принадлежит к совету 600, это правящая династия. Так, поэтому качнем ему авторитет и харизму. Прекрасно. Угу. Так, агент наш. Ему до следующего уровня осталось 10 очков опыта. Заканчиваем ход. Я думаю, что на следующем ходу мы уделим некоторое внимание, скажем так, дипломатии. Попробуем заключить несколько торговых соглашений с соседями и с греческими фракциями. Потому что греки к нам относятся довольно-таки неплохо. Можно попробовать с ними заключить торговые соглашения. И уже после этого уделим внимание нашей армии. Нужно провести небольшую реформу армии, построить казармы галасидеров. Или галасидеров, я не знаю, как правильно произносить это слово. Нанять кавалерию и пойти, я думаю, что скорее всего мы с вами пойдем, друзья мои, на Бурдигалу. Пойдем либо на Мурдигалу, либо на Немес. Попробуем уничтожить арвернов. Так, Дельфийский оракул. В юности Аполлон умертвил дракона Пифона. Его тело упало в трещину в земле, расположенную в городе Дельфи, на склоне горы Парнас. Это место стало священным именем здесь. Священным именно здесь. Устами оракула начал вещать сам Аполлон. А, ну понятно, это общественный порядок у нас улучшился на время вот этих вот дельфийских событий, так скажем. Так, стек стоит в Бурдигале. Да, ладно, понятно. Отправляем нашего агента в сторону Немеса. Взглянем, что там
у Арвернов. А стек здесь состоит, собственно говоря, из бомжей. У нас здесь гоплиты, в принципе, можем, если что, расчехлить этих ребят. Так, население встревожено. Издан эдикт. Строительство завершено, гавань. Ну, ладно. Все идет по плану, друзья мои. Все прекрасно. Так. Храм, общественный порядок плюс 2, насаждение культуры плюс 2. Поля, 54, доход 40. Думаю, построим, скорее всего, ну не скорее всего, а думаю, что правильно будет построить здесь именно храм. Так, ну нам не хватает денег на казармы. Давайте отменим строительство храма и построим казармы галасидеров. Так, распустим копейщиков или крестьян-новобранцев, вот эти вот, ребят, крестьяне-новобранцы. Мы их распускаем и наймем. У нас 350 монет всего лишь, да? Ну ладно, пока что наймем один отряд вот этих вот ребят, мечников. И закончим ход. Теперь у нас получается 4 отряда мечников и 5 отрядов гоплитов. Нам нужно будет нанять еще один отряд гоплитов и ждать окончания строительства казарм галасидеров, после чего мы построим, наймем не на все деньги, а все остальные слоты в нашей армии забьем именно кавалерией. Конница здесь для меня играет большую роль. Я вообще, ну, это в любой игре отсутствие кавалерии для меня смертеподобное, без кавалерии как без рук. Поэтому мне здесь конница очень-очень важна и нужна. Так, ждем окончания хода. Блин, забыл, что нужно было поторговать, заняться торговлей, да. Исследована технология. Муштра исследует технология гимнасия. Прекрасно. Так, начнем сразу с дипломатии. Так, арверны. Так, не арверны, а винеты, да. Арверны мы, скорее всего, сейчас будем уничтожать. Так, вибиски, скорее всего, тоже будем уничтожать. С кем же поторговать? Не с ним даже поторгай. Вот, Далмат находится довольно-таки далеко. Их уничтожать пока точно не будем. Торговое соглашение, они отказывают. Сколько нам будет давать торговое соглашение? Надо взглянуть прежде всего, а потом, возможно, дадим денег, чтобы... А, видите, а теперь уже не хотят они торговать с нами. Ну, ладно. Инсбурги, давайте с вами поторгуем. Так, торговое соглашение не хотят Инсбурги. Так, кассанты к нам плохо относятся, лигурийцы, давайте с лигурийцами поторгуем, торговое соглашение они не хотят. Ну что ж, не хотите, так не хотите, римляне, торговое соглашение, не хотите немножечко масла, не хотят. Так, сиракузы, вот прекрасно, греческая фракция, греческая культура, мы же с вами, можно сказать, одной крови, давайте торговать. О, молодцы, молодцы, соглашаются, теперь идем дальше. Эдуи, давайте торговать, эдуйчики не хотят эдуи с нами торговать. Эпироты, давайте с эпиротами попробуем поторговать, греческая культура, давай, прекрасно. Греки приняли наше предложение о торговом соглашение, это все прекрасно. Так, наш соглядатый отправляется в Немис, чтобы взглянуть на армию галов. А у галов здесь два стека, один полный и второй тоже набирает юнитов. Да, скорее всего, нам придется пойти на Бурдигалу. Да, пойдем на Бурдигалу, но сначала постоим несколько ходов, подождем улучшения общественного порядка в нашей провинции. Так, строим в Толосте храм. Так, смотрим на общественный порядок, он у нас продолжает ухудшаться. Так. Так, значит, у нас 4 отряда у нас кельтских воинов. Я хотел нанять еще один отряд гоплитов. И теперь можно спокойно закончить ход. Заканчиваем ход. Через один ход, я думаю, у нас уже закончится строительство казарм галасидеров. Где-то 1,5-2 хода мы потратим на наем кавалерии. И после этого пойдем на Бурдигалу. Что нам терять время, друзья мои? Пойдем на Бурдигалу, снесем эту фракцию вибисков, но нам понадобится тогда еще одна армия. Нам нужно будет тогда нанять армию, поставить ее в Толосу, так как я очень опасаюсь того, что кассенты могут на нас пойти с Испанией, да? Потому что у них вроде бы как союз с Бурдигалой. Генуэзцы тут что-то тоже
начали плавать по морям и океанам. Это тоже настораживает определенным образом меня. Да, нам нужна вторая армия, да? Да, нам нужна вторая армия, но будем нанимать ее уже после того, как захватим Бурдигалу. Ага, а тут еще и армия пиктонов подтянулась к Немису. Давайте посмотрим, какие отношения у пиктонов с арвернами. Вот они, арверны. А, пиктоны их союзник, то есть союзники пришли на помощь арвернам. Давайте предложим торговлю. Может, согласятся гаусы сами торговать? А, они предлагают нам договор о ненападении. Прекрасно, теперь предложим торговое соглашение. Не хотят. Ну давайте поторгуем, блин. Сколько будет давать нам торговля? 81. Я готов вам заплатить тогда 200 монет за это. 200 монет. 220 монет. Ну, не хотят, да? Вот, Афины у нас открылись. Прекрасно, да? Блин, Афины, что ж вы... Что ж вы такие сволочи, даже не поздоровались, даже не хотите с нами торговать, да? Или хотите? Не хотите, они сами производят оливковое масло, импортируют его, блин, скоты, а. Так, кто у нас еще открыл, такая новая фракция? Вот, пиктоны. Пиктонами мы, к сожалению, не можем торговать. Эдуи, этруски, ну, все понятно. Так, что у нас со строительством? Сколько нам ждать строительства? Строительство. Один ход нам ждать, пока закончится строительство казарм Галасидеров или Галасидеров. 4 отряда. Так, у нас будет кавалерии. Строить мы пока что ничего не можем. Можем нанять какого-нибудь агентика еще одного? Нет, технологий нам не хватает, а соглядатых у нас по максимуму, да? Ну ладно. Так, заканчиваем ход. Я думаю, что надо сейчас будет отозвать нашего агента Мигеру в сторону Бурдигалы. И начать там подрывать боевой дух и численность вражеской армии. Вражеской я уже имею в виду, друзья мои, армию вибисков, так как я уже на 100% определился, что буду сносить именно эту фракцию. Пирог нам предлагает договор о ненападении и платит нам за это 250 монет. Ну давайте согласимся идти в Грецию, пока что в мои планы не входит. До этого нам еще довольно-таки долго играть. Так, ну, ждем окончания хода. И давай, ну какое же гигантское количество вот этих вот фракций, друзья мои, как вы думаете, стоит нам вырезать вот эти моменты с окончанием хода или оставить их? Напишите в комментариях обязательно, буду ждать этого. И происходит следующее, лигурийцев уничтожили, как его, забыл название фракции, которая там тоже в Альпах, но в общем лигурийцев чпохнули, друзья мои. Лигурийцев чпокнули Инсбурги, жестоко их наказали, покарали. Значит, нам уже пора дружить с этими ребятами, с этими Инсбургами, так как довольно-таки опасные ребята, судя по всему. Договор о ненападении не хотят, а торговое соглашение тоже не хотят, да? Да, со всех сторон нас сейчас будут щемить. Ну, блин, надеюсь, что не будут щемить, но, скорее всего, будут. Так, армию мы сейчас будем доукомплектовывать кавалерии. О, у нас появилась возможность нанимать легких варварских всадников. Посмотрим на характеристики. Ближний бой 43, урон оружием 27, прием против тяжелой кавалерии 10, бонус к натиску 41, защита в ближнем бою 57, броня 16, здоровье 75, базовый боевой дух 48, плюс у них есть умение неистовый натиск. Граждане всадники. Броня 72, да, то есть по броне они круче, чем вот эта варварская. Вот я даже не знаю, кого взять. Да, я возьму, скорее всего, вот этих вот ребят, легких всадников. Да, возьму легких всадников по максимуму, 4 отряда. 4 отряда легких всадников, и после этого пойдем на Бурдигалу.
достигал. Так, наш агент Мигер отправляется в сторону вибисков. О, а у вибисков тут уже второй стек собирается, да? Опасно, опасно тут все происходит. Довольно-таки серьезные ребята вот эти вот вибиски. Два стека. С ними будет потяжелее, чем с вольками. Ну да, но зато будет поинтереснее. Ну, война с ебисками у нас уже, походу, будет в следующей серии, друзья мои. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Гамилькар Барка, клан Brothers in Arms. Увидимся в следующих сериях, друзья мои. Бай-бай.